Привет, друзья! Я сейчас нахожусь в национальном заповеднике Софии Киевской. Говорю тихо, потому что внутри помещения, вот здесь очень красивое такое, видите, локация, очень красивое место. Я сегодня принимаю участие в показе Голды Виноградской. Она называется, коллекция называется «Моя дорогая Анна». Ой, кстати, вот же. Вот это мне, класс. Мне уже сделали прическу, дорогие друзья. Сейчас мы еще будем крепить вот такой жемчуг вот сюда. Должно быть очень красивое.